А, ну вот я вроде... О, господи! Вот так мы едем, а так хоп, мое лицо. Жуйте утюг, с вами Глюк и Сорс. Здрасте, здрасте, а вы сдачу мне передайте? Да какую сдачу? Не видел я. Вы мне даже за денег за проезд не передали. Чего вы мне тут врете? Тут вот это. В смысле? Вот остановитесь, я выхожу, захожу, даю вам 25 рублей. Ну вот давайте, давайте, вот смотрите, вот, вот я открываю вам. Вы давайте, выходите, заходите. Ну хорошо. О, я вышел. Ну. Я захожу. Нет никаких денег! А, так это же мой автобус! Ну да. Ребят, кто не в курсе, в прошлый раз мы купили этот гребаный пазик. Ну, точнее, как это мы? Это купил Сорс, неведомо для чего на самом деле. По приколу. Господи, я снес светофор. И что ты пазик особо не почувствовал? Да, ну этот пазик, он реально ничего не чувствует. Он, по-моему, сшибает. Вот смотри, вот это он собьет. Нет. Ну, это... И что? Ты перевернулся хотя бы? Я просто встал. Господи. Знаешь, в чем прикол? Мы сейчас побиты, наверное, физика. Меньше, чем на 1000 рублей, при том, что мы вцеловали 2 столба в лоб. Ну, офигеть. Реально, он чинится за копейки. Ну, смотри, смотри, с другим автобусом стартанем, а? А? Кто быстрее, кто быстрее? У него автобус? Я быстрее! Так, а куда мы едем? Мы едем в транспортное это предприятие, чтобы пытаться устроиться на нем, ну, там, погонять, да? Да, только по сути, я не знаю, нам нужен номер или не нужен номер? Потому что номера я его не получал. Ну, давай попробуем без номеров. Я приехал, жду тебя здесь. Сейчас буду пытаться устроиться как-нибудь на эту хрень. Столовую. О! Ну, сраку, я в столовую пойду. Охренеть, тут еды. Тут борщ есть, чувак. Смеши! И макарошки с пюрешкой. Ты поторопись! У нас тут котлетки. Макарошками? Нет, с пюрешкой. Водитель аутобуса. Частные маршруты. О, частные маршруты. Интересно. О, они работают. Оно и есть. А, у вас нет личного транспорта для перевозок. Короче, что мне ответили баги, они же боги, они же администраторы? Ну? Единственный способ заработать на личном автобусе, это устроиться в ЧАТП. То есть в частное автомобильное транспортное предприятие. То есть, грубо говоря, пойти в организацию, которая занимается именно автобусами. А поскольку провинка, она помешана на перевозках, в том числе на трамвайных, думаю, по логотипу понятно, то типа здесь специальный есть тип именно организации, которые занимаются частными перевозками. И они за каждый... Господи, я даже не знал, что есть фракция перевозчиков автобусов, господи. Ага, и судя по тому, что мне рассказывал Павел, который, у них там, получается, ты фиксируешь начальную точку и конечную точку. То есть ты делаешь 2 скриншота, и потом типа как в эту сливаешь, типа... А что там? Репорты, да. Типа сегодня сделал 8 кругов. И по итогу ты сегодня за вчерашнее получаешь деньги. А, мы можем также поездить на автобусах. Только на автобусах, типа просто на автобусах. Ну, я никогда не ездил на автобусе вообще. Ну, кроме своего. Ну, давай погоняем. Ну, давай. Как всегда, берем один маршрут и давим пешеходов. Ну да. Ну, блин, смотри, подожди. Если мы сейчас пойдем на автобусы, то там с 4 уровня это доступно. Ну, то есть, типа, да, там, скорее всего, будет немного бабок. Но учитывая множители за уровень... Мы можем на метро покататься. А я не знаю, ли у меня есть... А, я же ездил на монорельсе. Должно хватить нам, по идее. А ты в метро работал? Нет. Я ездил, в принципе, на трамваях, но это плюс-минус то же самое. Ну, в принципе, автобус — это тоже, в принципе, троллейбус, так что, как бы, почему бы и нет. Ну, давай, давай в метро. Чтобы начать работать, направляйтесь в одну из конечных станций. Поехали. Машинист метро. Красная ветка. А, ну вот я вроде... О, господи! Вот так мы едем, а так хоп, мое лицо. Чувак, ты знаешь, сколько я заработал без ошибок? Ну?
12450. Вот так вот, да. Ну, блин, без ошибок на самом деле съездить, ну, тоже не совсем прям уж легко. Ну, собственно, на самом деле, ребят, по поводу вот этого всего... того, что мы тут на провинции творим. Я думаю, на какое-то время мы немножечко подзавяжем с провинцией, потому что, ну реально, я не знаю сейчас, что делать, нужно ждать. Смотрите, новых просто обнов. Просто обновление там, как говорят, и карта будет, и какие-то Counter-Strike, ну а до обновления что, типа, да, делать? Да, мы уже как бы, ну вот прошлая серия, вот эта серия, мы, честно, уже не знаем, чем себя занять, мы уже всякой фигней маемся. А не хочется вам как бы давать такой контент, который как жвачка, а что-то хочется интересное показывать. Ну вот, ну собственно, сегодня-то мы зарабатываем еще бабосики, а потом мы на какое-то время, наверное, паузанем и там посмотрим, как будет. Просто ожидание обнов — это очень вкусная штука, но если их очень долго ждешь, то материал потом получается такой, ну, жеванный, ну никакой вообще. Ну да, ожидание. А, смотри, есть Невский Мирный, Невский Приволжск и Кольцевой ПКД. 632-й маршрут Невский Мирный. Да, 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 632-й. Невский Приволжск. Невский Приволжск или ПКАД. ПКАД, это мы по кольцу там будем гонять. Хотя давай, давай ПКАД. Мы там 400... разогнаться сможем. Оу, найс. Дарын-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. На двойку двери открываются. На К. Что, он шустрый такой? Да ты дебил! Вы пропустили остановку, с вас будешь снять штраф. Бля, из-за тебя остановку пропустил! А я тут при чем? Ты же аккуратно ехал. Твоя жопа там стояла на весь чек. Я отъехал назад и пропустил остановку из-за этого. Кто выиграет, соберет меньше денег, тот и проиграет. Давай, у нас челлендж. У меня уровень больше, я больше денег соберу. Ну вот и посмотрим. Прошу. Ты прям не будешь пинаться? Не буду. Ну нахрен. Я подожду. А чё, я разгрузился уже, все. Ну, отлично. Я загрузил пассажиров. Куда ты едешь? Я тут постою. А я тоже тут постою. Ну, стой. Давай едь. Интересное давай. Интересное видео получится. Едь давай. Не могу, у меня какой-то пидор сзади врезался. А ты что такое вообще, тебе даже сдвинуть нельзя? Офигеть ты жесткий. Ладно, все, поехал я, окей. Челлендж будет продолжаться. Пнуть он меня решил на остановке, слышишь? Вы открыли двери раньше времени. Отлично! Злодейство исполнено! Ты! Ты, баклажан! Не знаю. Маневрщик, а? Я чуть-чуть всего лишь притормозил. Я горю. Блять. Сука! Я закончил работу водителя автобуса. Че ты? Ты тоже? Кажется, знаю, кто выиграл. Ты не умер? Сука! Я не знаю, чувак на Мерсе поехал. Давид Науменко. Извините, перепутал. Нет. Он, по-моему, меня фоткает там. Вы что, меня фотографируете, что ли? Не надо, я стесняюсь. Диски топ. А, ну да. Бля, что-то он знает. Он говорит, отлизал бы диски. Ну да, я тоже недотайком этим занимаюсь в гараже. Фу, блядь. Фу-фу-фу. Ну должен же я подыграть человеку, ну.
Короче, кто-то из подписчиков, вопрос чьих. Ну да, да. Хотя не удивлюсь, если они потому такие зализанные. Ну, надпись баллончиком нанесли. Вот эта надпись, там баллончик какой-то дохрена дорогой, короче, 500 тысяч стоил рублей. Ну, машина за рубль осталась. Да, оно вообще того не стоит. Зато машина за рубль, она того стоит. Ну да. Я нашел тебя! Блядь. Я тебе скажу так. Что это, блядь, было? С вами все нормально. Это какие-то баги окружающего мира. Короче, твой трамвай меня пидорнул так, что я отлетел в другого человека, у него теперь тачка дымится, он еле живой. Садись. О, боже! Чувак! Есть эффект! Есть эффект! Подожди, а ну-ка я возьму за кажется, вино грешный Юрия. Кажется, я немножечко прибрал. Да подожди, да в прошлый раз мы неправильно бухали? Да, да фига у тебя бутылка больше твоей головы. Пошли пора так. Подожди, а мы можем с собой вынести? Наверное, не знаю. Я предлагаю, знаешь, еще выпить вот эту бутылку и взять еще одну и снова пойти вниз. Ой, блин. Да. Чувак, кажется, я перебрал. Ну, бутылка еще в руке. Мне кажется, это идеальный момент, чтобы закончить эту серию и наши похождения на провинке на ближайшее время. Мы не можем ходить. Встречайте нас в следующем, наверное, году. В следующем году, может быть, в следующем месяце, может, через месяц. Вот. Ну, а следующий месяц — это и есть следующий год, чувак. Ну, вообще, через месяц. Я не знаю, что я несу, я уговняшился в край, все. Ставьте лайки, заходите на канал Сорза. Всем удачи, всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.